Здравствуйте, вас приветствует служба информации телеканала «Архыз-24» в студии Азрет Аркенов. Это программа «События дня» и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. В ближайшие сутки водоснабжение аула Иконхал должно быть восстановлено в полном объеме. По поручению главы республики Рашида Темрезова в республике ведется полный мониторинг водоснабжения населенных пунктов. Абсолютно обо всем и о каждом. 100 лет новостей. Сегодня главная газета Карачао-Черкесии «День республики» отмечает вековой юбилей. С этой датой коллектив издания поздравил Рашид Темрезов. Было очень тяжело. Сейчас, я так думаю, будет прекрасно себя чувствовать и дети, и персонал. Новые лифты, новые возможности. А дому-интернату «Забота» подарили 3 специальных подъемника для детей-инвалидов. Власти Карачао-Черкесии в последнее время приняли целый ряд технологических решений по улучшению качества водоснабжения в отдельных населенных пунктах региона. По поручению главы республики Рашида Темрезова в Карачао-Черкесии на постоянной основе ведется мониторинг состояния водоснабжения в населенных пунктах региона. А Министерство строительства и ЖКХ совместно с администрациями муниципалитетов принимают оперативные меры для восстановления водоснабжения в тех населенных пунктах, где происходят перебои с подачей воды. Как, например, в ауле Иконхал Ногайского района, где остановка водоснабжения произошла из-за аварийной ситуации на водозаборе. На сегодняшний день авария устранена и уже ведется наполнение резервуара для подачи воды. Из 20 улиц, оставшихся без водоснабжения, на 18 подача воды уже восстановлена. В ближайшие сутки водоснабжение в Иконхалке будет восстановлено в полном объеме. Также по поручению главы Карачао-Черкесии Рашида Темрезова, руководство Минстроя совместно с представителями водоканала приняло ряд решений по улучшению водоснабжения в селе Дружба. В ближайшее время там планируется установить специальные регуляторы, которые нормализуют давление в водопроводе на всей территории села. Отметим, что ранее министр строительства Евгений Гордиенко выезжал на встречу с жителями этого населенного пункта, провел совещание с представителями водоканала и выслушал обеспокоенных граждан. Напомним, что в ходе совещания с членами правительства глава Карачао-Черкесии поставил задачу принять все меры по обеспечению людей качественной питьевой водой. Карачао-Черкесия вошла в число российских регионов с самым чистым воздухом. Об этом говорится в докладе, который опубликовал Роспотребнадзор по итогам работы за прошлый год. Самые низкие в России показатели загрязненности воздуха были зафиксированы в Магадане и Чечне. Следом за ними в рейтинге идет Карачао-Черкесия и еще 11 субъектов России. А самый грязный воздух, по оценке Роспотребнадзора, был зафиксирован в Бурятии. 100 лет назад, 4 июля 1918 года, в истории Карачао-Черкесии началась без преувеличения новая эпоха. В этот день в свет вышел первый номер газеты, который сегодня мы знаем под названием «День республики». С этим праздником коллектив издания поздравил глава региона Рашид Темрезов. А наши журналисты расскажут, чем эта газета живет сегодня и что планирует на будущее. Первый экземпляр главного периодического издания Карачао-Черкесии увидел свет в далеком 1918 году. Назывался он тогда «Известия Совета народных депутатов». Потом были «Красные горы Кубани», «Городская беднота», «Баталпашинская правда». И только в 1991 году, проведя опрос среди читателей, эта газета обрела свое нынешнее название «День республики». В нашей газете работали замечательные профессионалы. Люди, которые получили потом огромную известность, стали известными не только у нас в Карачао-Черкесии, но далеко за ее пределами и даже далеко за пределами страны. Глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов, заглянув в редакцию накануне ее 100-летнего юбилея, поздравил сотрудников со знаменательной датой, наградил ветеранов издания благодарственными письмами и сообщил о покупке для Дня Республики дорогостоящего верстального компьютера. Впрочем, на этом приятные новости у главы не закончились. Мною подписан указ о создании комитета по проведению столетия. Дал распоряжение о том, чтобы всех сотрудников газеты в связи с юбилеем премировали. На протяжении 100 лет эта газета объективно и оперативно рассказывала своим читателям о жизни региона. Сейчас в ее штате 30 специалистов. Светлана Килба работает тут уже 10 лет, написала сотни статей. Но по-прежнему уверена, что главный журналистский материал у нее еще впереди. У журналиста нет такого, наверное, что ему больше нравится или нет. Он как-то пишет, всегда пишет и говорит, и снимает разноплановые вещи.
Ну, например, сейчас я курирую сельское хозяйство, то, что происходит в правоохранительных органах. А конкретно что-то писать. Культура, она всегда, конечно, интересна, красочна, самобытна, но абсолютно обо всем и о каждом. Вот если мне приходится написать о труженике сельского хозяйства, почему бы не сделать, да? Почему бы не написать? И пусть скептики уверяют, что бумажные издания уходят в прошлое, а будущее за вездесущим интернетом. Для жителей Карачаева-Черкесии, как и 100 лет назад, День Республики не просто источник новостей, но верный друг и надежный советчик. Алексей Ковтун, Архиз-24. Да. Новый лифт, новые возможности. Детскому дому-интернату «Забота», расположенному в Джугутинском районе, подарили оборудование для 3 специальных подъемников, специально спроектированных для инвалидов-колясочников. Установка этих лифтов проходит в рамках программы «Доступная среда» и позволит создать в доме-интернате благоприятные условия для психологической реабилитации и социальной адаптации его особенных воспитанников. Какова грузоподъемность подъемников, как проходит их установка? Все подробности в нашем сюжете. Мурат Гетманов, первый из воспитанников «Заботы», отважился протестировать только что установленный лифт. Сначала с 1-го этажа на 2-й, а затем и на 3-й. Быстро, а главное, комфортно. Грузоподъемность 150 килограмм, вместимость до 3 человек. Теперь дети как сами, так и в сопровождении персонала могут перемещаться по всему зданию без проблем и ограничений. С каждым годом у нас дети растут, естественно, увеличивается вес, и воспитателям, и санитаркам нашего учреждения очень трудно перемещать детей, естественно, на разные манипуляции. Элементарно выходить на прогулку 2-3 раза, заходить очень проблемно. Было очень тяжело. Сейчас, я так думаю, будет прекрасно себя чувствовать и дети, и персонал. Работы по установке лифтов не останавливаются ни на день. Первый подъемник уже работает в штатном режиме, остальные на стадии монтажа. По предварительным оценкам, установка всего оборудования продлится не более 10 дней. Закончили северную часть. К завершению у нас идет средняя часть, и южная часть уже через 3-4 дня максимум запускаемая. Установка этих подъемников позволит обеспечить детям с ограниченными возможностями здоровья легкий доступ ко всем помещениям и услугам центра, а также существенно облегчит труд специалистов, занимающихся с пациентами с тяжелыми формами заболеваний. Все это оборудование «Заботе» было подарено фирмой «Кавказ Цемент». Напомним, что благодаря договоренности главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и председателя совета директоров ЗАО «Евроцемент Групп» Филарета Гальчева, компания «Кавказ Цемент», входящая в состав холдинга, принимает сегодня активное участие в общественной жизни республики и реализации важных социальных проектов в регионе. Юлия Житная, Заурлиев, Архиз-24. Подведены итоги первого в этом году конкурса среди некоммерческих организаций России на получение грантов из президентского фонда. Из 14 проектов, отправленных на этот конкурс из Карачаева-Черкесии, финансовую поддержку от государства получили сразу 2. Об этом представителям республиканских НКО рассказали сегодня в Общественной палате республики. Там прошел семинар, на котором общественников готовили к участию в следующем конкурсе на грантовую поддержку. Второй в этом году конкурс на получение президентских грантов стартует уже 16 июля. Принять участие в нем могут все некоммерческие организации России, чья деятельность направлена на улучшение качества жизни в регионах. На семинаре в Общественной палате Карачаева-Черкесии всем соискателям рассказали и о деятельности президентского фонда, и о направлениях, по которым принимаются заявки, и о типичных ошибках при их оформлении. Существуют определенные ошибки как при подаче заявки, так и при самом проектировании. Надо сказать, что из основных, наверное, при подаче заявки это неправильно сформулированные цели. То есть, казалось бы, актуальность очевидна, но неправильно сформулированная цель, или, как мы говорим, неоцифрованная, да, то есть состоящая из общих фраз, она, конечно, приводит к тому, что эксперт заворачивает эту заявку. Ну и плюс, конечно, составление бюджета проекта. Вот это вот очень такой сложный момент, потому что либо завышенные суммы, либо эксперт отмечает, что эти же самые мероприятия можно проводить за меньшие средства. Вот это основные моменты, наверное, по которым заявки не проходят. Всего в нашей республике зарегистрировано 720 некоммерческих организаций, но лишь небольшая часть из них постоянно активна. К примеру, на первый конкурс по получению президентских грантов от Карачаева-Черкесии поступило всего 14 проектов. Однако эксперты считают, что у республиканских НКО хороший потенциал для развития. В эти сферы идут люди,
увлеченные люди, очень чувствительные к каким-то социальным проблемам, то остается просто учиться этому процессу. И в данном случае я считаю, что есть тот самый потенциал, как минимум 10 организаций в любом случае подадут проект, подадут заявки на проекты, и хочется верить, что мы поможем сделать это лучше. Два республиканских проекта на сегодня уже выиграли президентский грант. Один из победителей – интеллектуально-творческое общество молодежи. Цель этого НКО как раз и заключается в вовлечении общественных организаций и объединений в социально-проектную деятельность. Вторым обладателем гранта стал реабилитационный центр общества без наркотиков. Эта организация очень хорошо известна в республике, поскольку уже давно и плодотворно помогает людям, попавшим в сложную ситуацию, и широко ведет свои профилактические мероприятия среди молодежи. Грант – это борьба с наркотизацией, значит, и помочь людям осознать, что это проблема. И больше мы будем работать со студентами, с учениками старших классов и предупреждать их о том, чтобы они, в общем, знали, что это вред. И привлекаем всех, много структур, которые участвуют в этом гранте. Итак, государство готово активно помогать некоммерческим организациям и, более того, даже выделило под это из бюджета 8 миллиардов рублей. Осталось их выиграть. Для этого с 16 июля по 10 сентября необходимо подать документы для участия в конкурсе на получение грантов из президентского фонда. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте. Эрнест Чуков, Станислав Сушков, Архиз 24. Вопросы военно-патриотического воспитания молодежи в нашей стране актуальны сейчас как никогда. А самое массовое молодежное движение в России – юнармия. С момента ее создания прошло ровно 2 года. За это время в ряды юнармейцев вступили сотни тысяч мальчиков и девочек, желающих научиться защищать свою родину. Свои юнармейские отряды есть в каждом регионе. Вот и в Карачаево-Черкесии уже около 3000 юнармейцев. С некоторыми из них познакомилась моя коллега Дарья Назарова. Красные береты, песочного цвета форменные штаны, гордо поднятые головы и военная выправка. Вот они, отличительные черты юноармейцев, будущих защитников Родины. Они еще не солдаты, но, как и полагается, настоящим военным чеканят шаг, слаженно выполняя приемы строевой подготовки. Эдуард Богомолов, командир этого отряда, вступая в ряды юноармейцев, ставил перед собой четкую цель на будущее. Парень уверен, что занятия в юноармии станут для него хорошей возможностью всесторонне подготовиться к службе в армии, а заодно и к будущей профессии. Я, как и все остальные, вступил в юноармию из-за своего чувства патриотизма и для того, чтобы стать как-то более приближенным к данной военной тематике. То есть здесь нас обучают многому. Строевая подготовка, обращение с оружием, сборка-разборка автоматов. То есть все, что более-менее как-либо связано с армией. Мне в дальнейшем это пригодится, потому что, во-первых, мне придется либо идти в армию, либо поступать в военное училище. То есть в дальнейшем мне это будет необходимо, все эти знания, которые я получаю здесь. Строевая подготовка, сборка и разборка автомата, стрельба по мишени, строгая дисциплина. Наравне с мальчиками, со всеми этими военными премудростями отлично справляются и девочки, охотно вступающие сегодня в ряды юноармии. Эльвира Хубиева в будущем, как ее командир, планирует связать свою судьбу с военным делом. Сначала девочка проходила подготовку в Центре военно-патриотического воспитания молодежи и регулярно несла вахту памяти в составе караула у Вечного огня. А теперь вот уже больше 4 месяцев она юноармеец. С того времени я начала ходить в юнармию, у нас были занятия, мы учились основам строевого порядка, также разбирались собирать автомат, все, что я проходила на посту, как бы на карауле, только в более строгом, как сказать, порядке. И именно сейчас я начала в своем возрасте готовиться к поступлению в военное училище. Я сейчас решила начать подготовку, чтобы потом я пришла, и мне было намного легче. Сегодня в Карачаево-Черкесии почти 3000 ребят носят береты юноармейцев. И влиться в их ряды может любой школьник, детский клуб или поисковый отряд. Главное, чтобы каждый при этом четко представлял всю важность такого решения. Ведь давая клятву юноармейца, он присягает на верность Отечеству, обещая, что в любой момент готов встать на защиту своей Родины. Юнармия – это все клубы, объединения, образовательные учреждения, занятые в сфере военно-патриотического воспитания, могут заниматься разными вещами. И
Несение вах, почетной вахты памяти, вот у нас в Черкесске непосредственно мемориал «Огонь вечной славы города Черкесска». Это вот ребята в зеленой форме, это штаб поста номер один. Занятия у юноармейцев проходят каждую неделю. Даже летом они не отдыхают. А в свободное от учебы время ребята занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие во всех военно-патриотических мероприятиях, в том числе и в поисковых экспедициях. Дарья Назарова, Станислав Сушков, Архыз 24. А накануне в Карачаево-Черкесию с рабочим визитом прибыла делегация ветеранов-пограничников из Ярославля. Первым делом они возложили цветы к памятнику защитникам Отечества героям-пограничникам, который был открыт в парке Победы Черкесска 28 мая в честь столетия пограничной службы России. Теперь гостей ожидает насыщенная программа. За 6 дней своего пребывания в Карачаево-Черкесии они должны посетить все погранзаставы республики, где выступят с концертами и познакомятся с теми, кто сейчас несет службу по охране рубежей России. Последним пунктом их маршрута станет всесезонный курорт Архыз, откуда ярославские ветераны-пограничники, набравшись впечатлений, отправятся домой. Подарки, сувениры, медали ветеранские привезли с собой. Все это будем по заставам ездить, делать концерты, вручать. Ну, будем, сказать, стараться общаться, поднять настроение, наш позитив передать местным пограничникам. Для меня, например, пограничные заставы я никогда не был. Вот. Но посмотреть, что такое, это интересно. А я думаю, конечно, сейчас обменяемся уже телефонами, есть уже адресами, электронной почтой. Сейчас начнем взаимодействовать, разговаривать, общаться, найдем общие точки соприкосновения, поймем, чем можем помочь друг другу, и я думаю, все это срастется. Культурный обмен на студенческом уровне. В Северокавказской гуманитарно-технологической академии прошел День индийской культуры. Причем организовали его самые настоящие жители полуострова Индостан. Наш корреспондент с подробностями. Чем славится индийская культура? Студенты Северокавказской гуманитарно-технологической академии знают правильный ответ, что называется, из первых рук. Ведь бок о бок с ними уже не первый год учатся настоящие индусы. И не только учатся, но и охотно участвуют с национальными песнями и танцами во всех студенческих праздниках и концертах. А организуемый ими ежегодный День индийской культуры и вовсе считается знаковым событием в культурной жизни Академии. I will sing and I was participating as a coordinator of this program, like curator. Я пою на сегодняшнем концерте, также я являюсь одним из организаторов этого мероприятия. Я очень рад быть здесь, мне нравится Черкесск. Мы хотим показать жителям Черкесска нашу культуру. Традиция обмена студенческими делегациями между Индией и Карачаево-Черкесией с 2016 года активно поддерживается как преподавателями академии, так и самими студентами. Ведь для них это отличная возможность не только поближе познакомиться с другой культурой, но и завести множество интересных знакомств. А укрепление таких народных связей помогает в дальнейшем выстраивать отношения и между властями наших государств. 2016 года Медицинский институт Северокавказской государственной гуманитарно-технологической академии принимает в своих стенах иностранных студентов, в частности из Республики Индия. И каждый год это стало нашей традицией проводить День индийской культуры, в который наши студенты пытаются максимально вовлечь и показать местным жителям Карачаево-Черкесии всю красоту индийской культуры. По общему признанию студентов Академии, их индийские сокурсники такие творческие и легкие на подъем ребята, что в буквальном смысле не могут сидеть без дела. И помимо студенческих фестивалей и конкурсов, участвуют уже и в республиканском шоу талантов «Время лучших», организованном каналом «Архыз-24». И то, что один из индийских участников уже прошел в полуфинал конкурса, убедительно свидетельствует, индийскую культуру у нас в республике любят. Амина Шаманова, Мурат Койчев, «Архыз-24». Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаево-Черкесия и на нашем канале Архыз-24. Номер телефона редакции 238940 и код города 8782. Всего доброго и оставайтесь с нами.